Ой-ой-ой, они дерутся лихо. На... Что? Да что, он что, самый мощный получается? Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, стаканчик, King of Fire, фисташка. Как всегда, очень много классных подписчиц и подписчиков. Скажите классные слова. Здравствуйте. Сегодня мы делаем очень классный ролик, потому что у нас сегодня будет Годзилла против монстров Хендерсона. Надеюсь, вам этот ролик понравится. Вы поставите лайк и подпишитесь на канал, потому что это будет что-то очень эпичное. Если аппетит, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, кто же все-таки сильнее? Монстры Хендерсона или Годзилла? Но мне кажется, битва какая-то не очень справедливая, потому что монстры просто какой-то больше намного, чем Годзилла. И оказывается, что проиграл! Хорошо. Ты даже не ожидал. Давайте тогда поставим Сири на голову. Он такой посреди с ним маленький. А ну-ка, Годзилла, дыхни на него. Ой, пошел. Смотри, он его сдувает. Он ничего не может сделать. Пошел, пошел, пошел. Ой, откусил ему бошку. О, да ладно, он и как щенков наказывает. Давай, офигеть. Давай картинку это. Давай. Давай тогда с этого начнем. Да. Смотри, он его как сдувает, как щенка. Он даже идти не может против ветра. А, вон он. Господи, такой маленький. Давай, 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 смотри, как он быстро бегает. Давайте день 17. Ого, он большой, куда там Годзилле до него? Но Годзилла уже вынес троих монстров. Ну, день 17, щупальцами его, о, он его пробивает. Видите? Он его все-таки дамажит каким-то образом. Мы по сравнению с ним такие манипусенькие. А, не знаю, пусть напишут в комментариях, кто выиграет, Годзилла или день 17. И дышит на него, и дрыщит. Кстати, звуков нету, когда стали монстров Хендерсона, пропадают звуки от Годзиллы. Почему, я не знаю. Но он его протыкивает, потихоньку пробивает. Вот эти звуки есть. Да ладно, он и его убил. Да, а, да! Надо вблизи, звуки есть. Хорошо, давайте вот этого чили-пиздрика. Ого! Это, кстати, новый монстр Хендерсона, который мы раньше никогда не делали обзор. 6 слаб. Тогда они какие-то мега здоровы, но Годзилле все ни по чем. При том, что у нас есть Годзилла более сильнее, потому что то босс, который дышит прям кислотой изо рта. Ну давай, хвостом его. Да ладно, он его сейчас зафигачит. Ставлю ставки на Годзиллу. Я тоже ставлю ставки на Годзиллу. Ого, тут даже дрожит, бедненький. Давайте подлетим, чтоб... Я под тобой стою, тут более вид прекрасен. А я поближе стану, чтобы слышать эти все звуки. Воу, какое-то все эпичное. Ну что, давай, задамажь его. Давайте немножко отодвинем монстра этого. О, он стоял жопой к нему, ну ладно. Проиграл! Хорошо, раз это победитель, давайте сразу поставим вот этого Годзиллу. Ой, он ядерный такой. Ладно, давайте его подальше. Застряли. О! Ну чё, давай, иди, дыши на него. Он такой ядерный. Красивый, да? Зеленый цвет такой яркий очень. Он как будто на атомной электростанции все надо побывать. Смотри, как он подбежал к нему лихо и начинает его дамажить. О, да есть, кислота сорта делает чудеса. Вот это мощь. Пошел, пошел, пошел. Хорошо. О, бля, ты красавец. У нас есть такие монстры, очень интересные. Кто помнит вот этого? Ой, это не тот, извините. Вот. О, они, кстати, одного этого... Ого, он его откусил. Они одного и того же размера, в принципе. Но этот дом немножечко поменьше размером. Смотри, как он его кусает. Хвостом лупит. Посмотри в бок, он то, что он убивает его. Вот, сейчас. Да ладно, что, ему ничего не почем? А вот такой вот. Манипусенький. Да, он, наверное, не дойдет до него, он его просто сдует. Вот это моща у него сорта дует. А за меня-то зачем плюется? Я не знаю, но жизни вроде не тратят. Убил. Вообще наизично. О! Желейная мотня какая-то странная. Это кто такой? Я не знаю. Это монстр Хендерсона такой вот. Называется Джилли Маунт. Моутс. Знаешь,
Думаешь, это чем-то на вирус похож? Так смотри, он его тупо, смотри, присосал к себе, тут не может двигаться. Он его замедлил. Да ладно, он его реально замедляет. И опять, смотрите, в него встрет и не может двигаться быстро. Да, он самый, наоборот, так. В этом есть прикол, что у него своя тактика есть. Получается, его замедлить и замочить. Давайте посмотрим, кто же кого убьет. Что это, получается, у них происходит? Он в него залазит. Ну давай, что? Ничего. Эй! Это может ничья? Я даже не знаю, как это назвать. Конечно, он его мочит, но очень слабо. Ну я не вижу, как жизнь тратится, не? Да ладно, давайте другого поставим. Что-то битва не очень равносильная. Давайте поставим вот этот дом. Воу! Вообще громадный, сразу атакует его. Ты куда пошел? Он тебя сейчас замочит. Через всю карту, да, бьет плевком своим? Ну, полкарту точно. Ну что, о, пошла битва. Воу, вот это прикольно, мне нравится. Так, ребята, сделайте паузу ролика и напишите, кто же выиграет, Монстр Хендерсона или Годзилла? Мне кажется, Монстр Хендерсона его уничтожит. Я предугадал. А что это выпало за ей? Кабаки какие-то. Там выстрел, что ли? Это очень странно. Годзилла, Хаус Хэд. А, они мелких еще спамнят. Ой-ой-ой, они дерутся лихо. На... Что? Да что, он что, самый мощный получается? А ну на, свежего тебе еще. Ой-ой-ой, я такой маленький возле них. На. Да что ты? Смотри, смотри, Годзилла. А, маленьких мочит, а большого нет. Представьте, сейчас этого убьет. Троих Годзилл, получается, убил. Ну-ка. Есть. Это было прикольно. Но он преодолел двух Годзилл. Ну да, в принципе, я считаю, что это, ну, очень сильно. Это очень мощно было. А давайте вот такой вот дом конченый. Пошел. Он побежал, а не пошел. Ого, он его задамажил. Все. Ух ты, вот это мощь у него сорта. Давай, давай. Он его скушал. А вот такие щупальцы, ну? Кто кого, щупальца? Ну давай, щупальца. Я верю в тебя. Я думал, что щупальца выиграет. Годзилла. Годзилла выиграет? Молодец, угадал. Красава, красава. А давайте поставим вот такого сиреноголового. Это оригинальный сиреноголовый, который уже все знают его. И Годзилла с разгону на него в чит. Ого, смотрите, как он атакует. Да ладно, сопляк вонючий. А вот такого сейчас монстра. О, у нас же есть вот с другого пака. Сейчас поставим. Давайте вот эту девочку поставим. У нее есть посох смертельный. Хрясь только и нету. О, помните вот этого мощного? Сейчас поставлю. А где он? Ставится. Так, хорошо, давайте еще раз поставим. О! Так, поехали. Кто кого? Я помню, что вот этот из Аманкаса монстр замочил тогда всех. Хря... Напишите в комментах, кто же выиграет, аниматроник или Годзилла? А я иду, Годзилле. Что, сразу убил его моментально? Вот такого монстра, который бьет об землю, кидает. Просто сейчас Годзиллу схватит. А, ладно, я какую-то фигню сказал. А вот такой вот. Да ну, Годзилла, оставь хоть покушать что-то. А вот такой вот банан. Хрясь, да вы что, вообще ни о чем. А вот такой банан злой. Ого, он его откидывает, вы видите? Это жестко. Не попадаешь, не туда дышишь. Ребята, досмотрите этот ролик до конца, потому что мы в конце сделаем выживание с Годзиллой. Мы все возьмем машины и будем убегать. Ну и еще немножечко пусть они повоюют. У нас есть вот такие монстры. Ребята, ну что, битва гигантов начинается. Вот сейчас будет что-то интересное. Годзилла против очень гигантского монстра. Он его дамажит? А он его топчет. Да ну что ты, вы все слабые такие. Вот такой вот есть маленький.
Когда я ставлю чужого, Годзилла не двигается. Смотрите, удаляю, двигается. Ставлю, перестает двигаться. А почему так? Я понял, он его боится, чтобы он его не замочил. Берем машины и начинаем выживание на машинах. Поехали быстрей! Начинается выживание от Годзиллы на машинах. У него очень мощная струя, придется уклоняться по максимальной от нее. Так, все, стоим, ждем тут. Эй, Газуй, 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 он за мной! Нет, он не за мной, он за мной! Димка, Газуй! Блин, так страшно, что он наступит на нас и просто уничтожит с одного маленького удара. Хорошо, получается, пока мы стащим. Знаете, что хочу сказать вывод? Что Годзилла и сиреноголовые монстры, и вообще Хендерсон, они все равные по силе. Потому что некоторые мочат, некоторые нет. Поэтому силы равные. А чё никого не мочит? Давайте постоим, посмотрим. Может, он вообще никого мочить не будет? Давайте еще одного поставим, чтобы было двое у нас. Один вот такой будет, кислотный. Ого! Газуй, Димка, газуй! Давай, давай, давай. О, чё, что за баг? Чувак не в машине сидит, а где-то рядом. Офигеть, они вдвоем гонятся за кем-то. У них скорость нереально быстрая. А, за машиной гонится. Нормально, нормально. Пока мы выживаем. Я долго держусь, я думал, будет побыстрее все. Побежал, побежал. Еще одного чавкнул. Ого, я задрифтовал. Они когда на землю наступают, у меня вся карта дрожит. Ой-ой-ой, вот это главное не попасть под его луч. Это луч смерти. Давайте под ним проедем. Красота. Ой. Я постою здесь, посмотрим, что будет. Он просто стоит. А ну иди сюда. Попробуй его сбить. Ой. Ой-ой-ой, не попал. Газуй, газуй, газуй. Сейчас как дым пустит. Чавкнул одного. А тут вообще челик стоит наверху, не хочет к нам идти. Давайте подъедем загрим на себя. Ты чё стоишь тут? А я вот. Он какой-то гигантский, просто. Да, как где-то девятиэтажка, это точно. Ой. Что это было? Он фигачит всех, кроме меня. Я, кстати, все это время держусь. Но у меня нет за рулем, а что такое? А как так получилось, а? Что мне нет за рулем? А где я делся-то? О, побежал, как, смотрите. А ну иди. Ого, он там хвостом машет. Слышь, иди сюда, чудовище ты морское. Вот это мы его лупашим. О, пошел, пошел, разозлился. Вот это жесть моего. А ему ничего, даже кожа не пробивается. Так, а что можно еще? Вот это, управляемая ракета. Прям в голову. Эй! Эй, я в кишках лечу. Что за бред? Ой. Эта ракета очень слабо. Огнемет. Сейчас мы ему лапу сожгем. Уже проверял. Что будет с Озером? А сейчас мы обольем и подождем. Пусть его лупашит. Так, лапа горит. Но ему ничего вообще. А, больно, больно. Но он наших жрет как щенков, а? Так, что у нас тут еще есть? Ой-ой-ой, блин, а? Попал под хвост. Ух ты, он нас фигачит. Эй, Годзилла, успокойся. Надо быстрее свалить. Это жесть. Давайте тоже монеткой его пофигачим. Мы, наверное, так не... Ух ты. Он все равно достает нас на расстоянии. О! Ну чё, Годзилла, прощай. Не, только разозлила его еще больше.
Ты чё орёшь на меня? Я тебя взорвать хочу. Так, ну чё, делаем ставки. Бомба взорвёт его или нет? Летят, летят, летят. Об спину прям! Да ладно, вообще нифига. Я улечу подальше. Потому что чувствую, я сольюсь. Отлично. Бомба его взяла. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще? Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Комментируйте, ставьте лайк по ВКонтакте. И посмотри следующий ролик.